За кулисами 8 участников, из которых жюри выберет только двоих. Это второй полуфинал шоу талантов Бродвей на сцене развлекательного комплекса «Тигр де Кристалл». Общий призовой фонд конкурса – 3 миллиона рублей. Дайте еще больше оваций тем, кто находится за кулисами! Некоторые участники умудряются сочетать в своих номерах разные виды искусства. Так, например, в одном выступлении можно увидеть и услышать битбокс, игру на саксофоне и разные виды танцев. Участники просто реально постоянно удивляют. Они показывают интересные номера, открываются для нас по-новому. В полуфиналах организаторы ввели новшество. Перед подготовкой номера участники вытягивали жребий с обозначенной темой. Она и определяла стиль выступления – кино, классика, джаз, фолк, диско. Несмотря на то, в каком жанре выступают участники, им надо было соответствовать тематике. Поэтому одному коллективу пришлось даже танцевать рок. Самостоятельно собрались, идея на идею, за неделечку, наверное, мы поставили, и неделечку еще тренировались, чистили все это дело. Изначально в финале должны были встретиться 4 участника. Правда, второй полуфинал нарушил все планы. В виде исключения жюри отобрали на одного конкурсанта больше, и теперь за главный денежный приз будут бороться 5 финалистов. Вдобавок еще один, за которого проголосуют на сайте шоу, получит приз зрительских симпатий. Я вообще артист эстрады, поэтому выступаю в разных жанрах, в разных стилях. Вот конкретно это эквилибр, цирковой жанр. Но это вот один из номеров, которые у меня есть. Вообще их большое количество, разных совершенно. Примечательно, что участники показывают только новые номера. На постановку у них не больше 2 недель. При этом никакого общего режиссера нет, поэтому конкурсанты самостоятельно ставят свои номера. Жюри лишь направляет участников и дают им необходимые советы. В прошлом полуфинале одни из участников, которые, кстати, прошли в финал, они полностью прислушались к совету члена жюри, вот Марго Коган, и сделали просто шикарный номер, за который мы все единогласно проголосовали «да». Финал шоу талантов Бродвей пройдет 30 июня в развлекательном комплексе «Тигр де Кристалл». Вход на него свободный, и организаторы приглашают всех желающих. Ирина Мокрицова, Игорь Болтов. Новости на 8.